Кино на ТВ Рус. Мало осталось времени. Сколько? Я не знаю. Господин Ченхи, он хочет, чтобы я нашел донора для его дочери и сделал трансплантацию. Отдых в незнакомой стране далеко не всегда безопасен. А это ваша дочь? Да. Нет ничего сильнее, чем кровные узы. Она идеальный донор. Пап, неплохо. Что с ней? Все в порядке, не волнуйтесь. Слушаю, профессор. Есть подходящий донор. Угроза рядом, и больше невозможно стоять в стороне. Руки должен исчезнуть. Сезон охоты открыт на зверя, который не привык быть жертвой. Кто же такие ребята? Здесь мы решаем, когда и кого убивать. Где моя дочь? Ты ее не достанешь. Ошибаешься, достану. У меня такая профессия — доставать. Краповые береты, воинская элита. Причинившие боль обязательно заплатит по счетам. Что они от меня хотят? Вылечить и потом убить? Сейчас я тебя вытащу. Я знала, что ты придешь. Догнать русского, убить. Мне сегодня везет. Павел Трубинер в многосерийном фильме «Вместе навсегда». В субботу на ТВ Рус.